Вот запоминайте, если в этой точке держать концентрацию на норме физического тела, вообще на норме человека, то душа сразу реструктурирует причины, сразу меняет прошлое. So remember this, if you keep the concentration on this point, on that crossing, then soul actually restructures all the information into positive. И одновременно, сразу же, тут задержки не бывает, мгновенно идет регенерация на абсолютную норму физического тела. And then immediately there will be information going into the for the healing of physical health. События одновременно, когда мы в эту точку передаем знания, нормы, нормы, ну, когда концентрируемся на норме, да, на этом счастье, то мы передаем душе знания в этой точке. И одновременно это, она берет это знание как норму событий, меняет события и меняет вообще всю судьбу человека. And this norm actually changes the soul, the destiny of the person. It improves basically life. Меняет судьбу, нормирует события у человека, у всех, с кем он общается, вообще всю реальность меняет, ну, нормирует. It normalizes the reality and destiny and health. It normalizes everything. Это управление судьбой, да? This is the control over the destiny.